Основной акционер завода поделился амбициозными планами с губернатором Вениамином Кондратьевым. Главе региона и Владимиру Когану показали участки, где уже началось строительство новых объектов. Расширение завода – это увеличение объемов переработки. Увеличение объемов переработки – это увеличение рабочих мест и налоговых поступлений в наш краевой бюджет. Я собственными глазами увидел соблюдение всех экологических норм безопасности, что для нашего курортного региона немаловажно. Такой проект будет поддерживаться лично мной, и, конечно, статус одобренного администрации края ему будет присвоен. Моя позиция была такая, что нас там агитировали перевести в Москву. Я говорю, что где работаем, там налоги и платим. На 40% увеличилась численность рабочих. Да, и по коллективному договору, который мы выполняем, каждый год мы индексируем на 10% им зарплату, и она по району самая высокая. После окончательной модернизации, а на это может уйти не меньше 4 лет, на заводе планируют увеличить глубину переработки нефти до 97%. Это повысит качество нефтепродуктов и позволит, к примеру, получать дизельное топливо 5-го класса. Данный инвестиционный проект получил статус одобренного администрацией края. Вениамин Кондратьев и Владимир Коган подписали соответствующее соглашение. Инвестору предоставят льготы по налогу на имущество. Руководство завода, в свою очередь, пообещало сохранить финансирование собственных социальных программ. Только в этом году мы на социальные программы потратили более 37 миллионов рублей. Плюс к этому на благотворительные цели в рамках краевых программ поддержки спорта и социальных объектов, в рамках районных программ более 18 миллионов рублей. Я приветствую любого инвестора, любой бизнес, который сегодня ориентирован на реальную жизнь населения того региона, где он присутствует. Поэтому здесь я готов максимально оказать вам всестороннюю помощь и поддержку, чтобы ваше предприятие максимально развивалось. Акционеры рассчитывают, что после всех этапов масштабной модернизации завод сможет перерабатывать до 15 миллионов тонн нефти. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.